В подмосковном городе Серпухов изнасилована и жестоко убита 5-летняя девочка из Таджикистана Хувайда Тиллозода. По информации СМИ, 5-летняя Хувайда пропала 22 июля во время прогулки во дворе дома, где проживает семья погибшей. Чем ее вина? 5 годик, что у нее сердца нету, у нее там дочери, ребенка нет, что ли? Так как могла ты убить так ребенка? Ребенка искали несколько часов, обыскали каждый куст. Ее нашли на следующий день в 4 часа утра, там, где проходит заводская железнодорожная ветка. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Хувайды. По заключению судмедэкспертизы, девочка была изнасилована, а потом убита ударом ножа. Управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель Александр Семин, житель соседнего дома. Он за ними ходит, наблюдает. Он все время из печачки. Ну как, он тут весь день проводит. Сообщается, что в его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. По одной из версий, подозреваемый в убийстве мог заманить девочку игрушкой, пока она каталась по двору. 25 июля в Кулябе состоялись похороны Хувайды. Девочку похоронили на кладбище кулябской махаллы Шамсиддин Шахин. Ее могилка находится рядом с могилами бабушки и дедушки. Абдусалом Саидов, отец Хувайды, рассказал о радио Зади, что через неделю вернется в Россию, чтобы добиваться самого строгого наказания убийцы дочери. По словам Абдусалома Саидова, уже сейчас некоторые полагают, что убийцу в суде могут признать невменяемым. Какой он невменяемый, если он уже отслужил в армии? Именно поэтому я собираюсь присутствовать на всех заседаниях суда и требовать самого сурового наказания убийцы, говорит он. Психушка, брат, психушка, бушка, дар, хизмат, хизмат, да, каблуч, мне.